Друзья, добрый день, с вами Boston Technic, меня зовут Алексей. Сегодня у нас в обзоре отличный Т-150 2007 года выпуска. Наработка порядка суммарная, порядка 7 моточасов, но в прошлом году был установлен новый двигатель. С тех пор наработал порядка 300-400 моточасов. Абсолютно новый двигатель. В сборе был полностью установлен в 2023 году. В тяжелых работах данный Т-150 не участвовал. В хозяйстве для этого имеются пилера, бочки, тележки. Вот его предназначение. Резина твердая 4 с плюсом. Хороший протектор. Ни трещин, ни расслоений не вижу. Зад аналогично. Очень бодро. Вся навеска в рабочем состоянии. Никаких проблем не заявлено. Все работает. Резина справа, задняя. Аналогично. Очень хорошее состояние. Перед. Красавец 236. Заглянем в кабину. Все стандартно для работающего тестика. Все работает, все приборы работают. Все стекла целые. Коробку не делали, все в порядке, никаких нареканий по ней нет. Все техобслуживание всегда вовремя. Трактор полностью на ходу, никаких вложений быстрых не предвидится. Самое главное, что абсолютно новый движок, который позволит эксплуатировать спокойно данный экземпляр. Итак, суммируем. Хорошая резина, новый двигатель, никаких глобальных проблем. Задачу. Вот такой замечательный Т-150 ждет своего нового владельца. Спасибо за внимание.